Всем привет, с вами Эскьюб. Все мы прекрасно знаем, что в нашем реалити за любое неосторожное действие можно с легкостью угодить за решетку. Например, написав неугодный комментарий, поставив лайк или репостнув не тот пост. Да что уж говорить, даже за сохранки на удаленной странице вас могут оперативненько посадить на бутылку. Вследствие этого у многих назревает несколько вопросов. Как не стать петухом на зоне? Как не словить маслину? И вообще, как же выжить на зоне? Отвечаю на первый вопрос. Чтобы ваши сокамерники не опустили и не запетушили вас, то вам достаточно просто не быть фанатом Free Fire. А вот как выжить в тюрьме, об этом я расскажу чуть поподробнее. Ведь сегодня я покажу вам, как благодаря нычкам вы сможете с легкостью выжить и занять топ-1 в тюрьме, а точнее на пристани. Также в этом видео я буду разыгрывать 600 UC. Вся информация по поводу розыгрыша будет чуть позже в этом видео. Итак, для начала давайте отправимся в самое главное здание в этой локации. А именно, в тюрьму. Если вас начинает зажимать на крыше здания, или вы хотите просто устроить идеальную засаду, то тогда делайте как я. Забираемся бочком, ложимся и ждем. Опа! А вот и первый жмурик нам пожаловал. Отсюда он у нас прямо как на ладони. И вам уже не составит никакого труда расправиться с соперником. Ну, или же помочь ему это сделать самому. Ну а также тут неподалеку спряталась еще одна нычка, которая находится вот здесь. Запрыгиваем на бортик и аккуратненько смещаемся на карниз. Отсюда вы точно заставите врага врасплох, ибо вроде так смотришь — никого. А вы такой: здорово, братан. А он такой: ну нахер. Также тут можно быстренько и спрятаться, а потом снова нанести сокрушительный удар. Так что эта нычка просто идеально подходит для засады. Как вы знаете, на зоне нельзя никому доверять. Сегодня он вам как брат, а завтра вы можете проснуться с заточкой в почке. И чтобы такого не произошло, нужно всегда держать ушки на макушке. И поможет нам в этом вот эта лестница, которая находится на первом этаже здания. Забираемся под нее, присаживаемся, открываем прицел и передвигаемся из стороны в сторону, как делаю это я. Теперь мы видим все, что происходит за этой лестницей. Так что от вашего зоркого ока теперь точно ничего не скроется. И все тайны станут явью. Ну а теперь давайте немного попаркурим. С помощью ловких движений вы можете попасть с самой крыши абсолютно в любое окно. И делается это достаточно просто. Запрыгиваем на бортик, прыгаем и направляем персонажа в сторону стены. Еще прыжочек и вуаля, батя в здании. Данная нычка отлично подходит как для штурма, так и для внезапной атаки. Ну а также можно просто запрыгнуть на карниз окна и немного передохнуть от надоедливых перестрелок. Так что берем на заметку и отправляемся дальше. С главным зданием мы разобрались, теперь переходим к ангарам. Первая нычка находится на этих балках. Вам нужно всего лишь запрыгнуть на нее и переместиться в угол ангара. Забегая, враг уж точно не будет обращать внимание на углы и тем более на потолок. Так что из этой засады вам уж точно не составит никакого труда расправиться с врагом. Ну а для следующей нычки нам понадобится смотровая башенка. С ее помощью вы можете с легкостью залезть на крышу ангара. И как вы знаете, все ангары в этой локации имеют в крышах большие пробития. Именно это и поможет нам выследить и неожиданно напасть на врага, словно жгут кобра. А еще вы можете без труда перепрыгивать с одного ангара на другой, что, собственно, не может не радовать. Так что обязательно запоминайте эту нычку. Уверен, когда-нибудь она вам точно пригодится. А вот чтобы занять удобную позицию в складских помещениях, вам понадобятся вот эти ящики. Залазим и смело прыгаем к окну. Присев, вы сможете вылезти наружу здания. А тут нас будут ожидать наши любимые бортики, с помощью которых вам удастся перемещаться вокруг всего здания, ну и занять подходящую для вас позицию. А теперь давайте отправимся на большую смотровую вышку. Поднимаемся и залазим на козырек. Отсюда открывается просто прекраснейший обзор на всю тюрьму, так что теперь мимо вас и мышь не проскочит. Но враги вас уж точно не заметят, так как вышка настолько высокая, что вас даже с телескопом будет сложно разглядеть. Так что мотайте на ус и пользуйтесь на здоровье. Ну а также практически тут же присутствует
присутствует еще одна нычка. Для ее использования необходимо встать именно в это место и прыгнуть в сторону дерева. Алле, оп! Мало того, что отсюда открывается неплохой вид на пристань, но также тут можно зайти внутрь ствола самого дерева. Вот так это выглядит со стороны. И как вы сами понимаете, тут вас уж точно никто не найдет, ибо это текстурный баг просто имба. Так что тренируйтесь запрыгивать на это дерево и пользуйтесь на здоровье. Ну а следующие нычки скорее подойдут для новичков, нежели для опытных пабгеров, ибо о них знают практически все. Но в этом видео я собрал все доступные нычки в пристани, так что чисто для формальности я покажу и их. За складами в углу скалы присутствует небольшая текстурная дыра. Тут, конечно, можно засесть и спрятаться, но обзорщик тут, мягко говоря, не очень. Так что эта нычка больше подойдет для тех, кто хочет переждать время, чтобы подлечиться или подождать, пока все друг друга перебьют. Также и наверху есть точно такая же дырка. Тут все то же самое. Хорошее укрытие, но плохой обзор. Разве что отсюда можно простреливать этот дом. О, кстати, о нем. С помощью балкона на втором этаже вы можете залезть на крышу дома. Тут обзорчик будет уже получше. Под прицелом все здание тюрьмы и ее крыша. А бортики послужат отличным укрытием, чтобы спасти вам жизнь. Ну а если и вы знаете какие-то интересные нычки или секреты, то пишите мне в паблик группы. Ссылочку вы найдете в описании. А теперь давайте перейдем к конкурсу на 600 UC. А вот, кстати, победитель прошлого конкурса. А остальных прошу не отчаиваться. Ведь в этом видео у вас есть еще один шанс выиграть UC-шки. Получить приз может абсолютно любой из вас, ведь правила безумно просты. Для участия в конкурсе вам необходимо подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и оставить любой комментарий. Победитель будет выбран рандомно, поэтому у всех шансы равны. Кто победил в этом конкурсе, вы узнаете в следующем видео. А также, если досмотрели ролик до конца, пишите в комментариях число 777. Посмотрим, сколько нас. А с вами был S-Cube. До новых встреч, друзья. Пока.